объем параллелепипеда равен 4,5, найдите объем треугольной пирамиды ADCB1. Эта пирамида вписана в наш параллелепипед, причем очень сложным способом. И, очевидно, нам не стоит искать ее объем напрямую через произведение площади оснований на высоту. Намного проще рассмотреть объем этой пирамиды как разность объема параллелепипеда и маленьких пирамидок, которые от него отрезали. Смотрим на рисунок. Сколько же пирамидок отрезали от вот этого параллелепипеда? Одну слева, это AD, D1, C. Одну справа, это AB, B1, C в правом углу. Потом еще одна с вершинкой C1, это сзади. И еще вот я вижу, одна будет сверху, то есть AD, B1, A1. Осталось только найти объемы вот этих четырех пирамидок, которые мы отрезали от параллелепипеда. Возьмем, например, пирамидку, которая у нас слева, то есть пирамидку AD, D1, C. Посмотрим, чему равен ее объем. Давайте вспомним, у нас уже где-то была похожая задача, да, где мы считали часть объема параллелепипеда. Высоты у этой пирамиды, у параллелепипеда одинаковые. Площадь основания у нее в два раза меньше, то есть площадь треугольника ADC – половина площади основания параллелепипеда. Значит, мы получаем 1/3 на 1/2 ABCD умножить на H, то есть 1/6 объема параллелепипеда. Но у нас 4 таких пирамидки. Следовательно, объем пирамиды, которую нам надо найти, то есть объем пирамиды AD1 CB1 равен V минус 4/6. V получается 1/3 объема параллелепипеда. Подставляем значение численное, получаем 1,5.